Марина и ее сынишка Вова – частые гости детской поликлиники. Они получают кашку для полноценного питания малыша. А сегодня мама с сыном приятно удивлены. В помещении больницы стало чисто, светло. И, что немаловажно, для маленьких непосед появились развлечения. Я считаю, что это очень нужно. Сейчас мы еще маленькие, но через полгодика Вова тут вполне самостоятельно будет бегать, играть, рисовать. Есть чем заняться во время ожидания. Стол для рисования, игровой домик – это еще не все преимущества новой комнаты отдыха. На первом этаже поликлиники расположился пункт выдачи молочных смесей, справок, кабинет «Здоровое детство», комната матери и ребенка. Можно спокойно, без суеты, покормить малыша. Многие родители уже оценили такие удобства. А здесь прям так хорошо, светло и прохладно, здорово. Для комфорта малышей и их родителей закуплены мягкие диваны, пеленальные столики, детская игровая и оформлена навигация. Финансовую поддержку в обустройстве помещения оказал филиал «Азот» компании «Уралхим». Проверяет проделанную работу Юлия Кусова, заместитель директора филиала «Азот» по правовым вопросам, заместитель председателя Березняковской городской думы. Юлия Михайловна состоит в общественном совете больницы и поэтому все проблемы и трудности знает изнутри. Создать атмосферу для ребенка, который-то в первый раз сюда пришел, кому-то страшно просто. Но здесь можно отвлечься, здесь игрушки, здесь что-то такое, какие-то такие вещи простые. Ему будут здесь более комфортными на самом деле. Ну и самое большое достижение – это комната для кормления. Ну действительно, потому что бедные мамочки, которые жались по углам, пытаясь где-то как-то покормить детей, ну это не очень комфортно. Предусмотрено все до мелочей. Главный врач краевой больницы признается, что в ремонте и обустройстве этого помещения было важно строго придерживаться норм Санпина. Все поверхности моющиеся. В комнате матери и ребенка установлен аппарат, который обеззараживает воздух. И это еще не все. Здесь будет бегущая строка электронная, где родители могут увидеть, когда им подняться в свой кабинет, чтобы они не толпились в узких коридорах. Это очень важно. Это вообще основная смысловая нагрузка вот этой комнаты. Первые юные посетители и их мамы уже оценили преимущества и удобства новой комнаты отдыха в детской поликлинике. И даже намекнули, было бы неплохо добавить яркие акценты. Например, раскрасить стены. Хотелось бы, чтобы всем, кому приходится сюда обращаться, чувствовали себя уютно и комфортно.